Здравствуйте. Ганс Ревью Кум при поддержке стрелково-спортивного клуба «Ибис» представляет очередной выпуск серии «Современное оружие», в котором мы с вами познакомимся с продукцией концерна Samsung Yur Savunma или SYS Турция. Концерн SYS является одним из крупнейших оборонных предприятий Турции. Его основные направления деятельности – это разработка и производство оружия и компонентов военного назначения для авиационной промышленности. SYS производит продукцию для таких мировых гигантов, как Boeing, Lockheed Martin, Airbus, Bombardier и Augusta Westland. Является одним из основных поставщиков комплектующих для крупнейшего турецкого проекта по созданию учебно-тренировочного самолета для военно-воздушных сил Турецкой Республики. Второе направление деятельности концерна – это разработка и выпуск пистолетов. Этим занимается подразделение концерна под названием «Джаник-55», которое разрабатывает и производит пистолеты под брендом «Джаник». «Джаник» – именно так в турецкой транскрипции произносится это слово. Линейка пистолетов «Джаник» насчитывает 17 моделей, и за пределы Турции экспортируется более 70% выпускаемых изделий. Одно из основных достижений «Джаник-55» на сегодняшнее время – это победа в тендере на разработку пистолета для подразделений полиции Турции. В международном тендере принимали участие 6 компаний, и по его результатам победителем был признан пистолет «Джаник-TP9». Объем поставок для нужд полиции Турции в 2014-2015 годах составит 50 тысяч единиц. В этом выпуске мы с вами рассмотрим три модели пистолетов «Джаник», пистолеты P-серии «Джаник P100» и P120, и на сегодняшнее время флагман компании, одна из последних разработок, модель «Джаник TP9SA». Пистолеты «Джаник P100» и «Джаник P120» поставляются в типовой комплектации. В комплект поставки входит пластиковый кейс для хранения и переноски, два магазина, насадка для ускоренного снаряжения магазина, приспособление для чистки, ёршик и пластиковая протирка, инструкция по эксплуатации. Внешнее отличие моделей P100 и P120 – их массогабаритные параметры, что и обозначено в наименовании пистолетов. Джаник P100 выполнен с длиной ствола 100 мм, его общая длина составляет 188 мм, высота 138 мм, вес пистолета 1050 грамм. Модель Джаник P120 оборудован стволом длиной 120 мм, при общей длине пистолета 208 мм, высоте 144 мм и массе 1175 грамм. У обеих моделей ширина составляет 36 мм. Дизайн моделей проверенный временем дизайн чешского пистолета ЧЗ. Рамы пистолетов изготовлены из металлического сплава, кожух, затвор стальной. В верхней части кожуха затвора нанесено рифление для придания антибликовых свойств. Рама выполнена с трехпозиционным профилем Picatinny для крепления оружейных аксессуаров. На внутренней и внешней сторонах рукояти нанесены насечки для более уверенного хвата пистолетов. Насечки также выполнены в передней части спусковой скобы. Спусковой крючок расположен в центральной части спусковой скобы. Размер спусковой скобы и расположение спускового крючка вызовут определенные трудности при использовании стрелковых перчаток. Форма рукояти – классическая пистолетная рукоять. Обе модели в верхней части рукояти оборудованы упором безопасности. Накладки рукояти на обеих моделях выполнены из жесткого пластика, но текстура рисунка накладок, на мой взгляд, недостаточно глубокая, как для уверенного плотного хвата пистолета, и существует вероятность того, что пистолет будет скользить в руке и при стрельбе придется делать перехват. Хотя положение пистолета в руке достаточно комфортное и удобное. И, возможно, замена накладок на накладки с более глубокой текстурой позволит устранить этот недостаток. Пистолеты Джаник P100 и Джаник P120 выпускаются в нескольких цветовых вариантах. Модель пистолета Джаник P100 выпускается в четырех вариантах. Это классический черный, версия пустынного окраса, стальной и вариант титаниум. Модель Джаник P120 представлен в трех цветовых решениях – классический черный, зеленый и стальной. Размещение элементов пистолетов Джаник P100 и Джаник P120 рассчитано на стрелка исключительно с правой ведущей рукой. С левой стороны рамы находятся рычаг затворной задержки и рычаг предохранителя. У основания спусковой скобы – кнопка извлечения магазина. Пистолеты Джаник P100 и Джаник P120 выпускаются под использование боеприпасов 9х19 Люгер Парабеллум и калибра 40 Смит & Вессон. Ударно-спусковой механизм пистолетов курковый, одинарного и двойного действия.
Ход спускового крючка при стрельбе самовзводом ровный с определенным усилием. Длина хода составляет около 20 мм. При стрельбе с предварительно взведенного курка ход спускового крючка ровный с небольшим усилием перед срывом курка. Длина хода спускового крючка около 10 мм. Рычаг предохранителя пистолетов Janik P100 и Janik P120 не выполняет функцию снятия с боевого взвода. Установка на предохранитель возможна при взведенном курке. При этом происходит блокировка спускового крючка. Магазины пистолетов Janik P100 и P120 двухрядные. Пятка магазина изготовлена из твердого пластика. Для моделей калибра 9х19 доступны три магазина различной емкости. Для Janik P100 магазины емкостью на 10, 15 и 17 патронов. Для Janik P120 магазины емкостью 15, 17 и 19 патронов. Пистолеты укомплектованы магазинами емкостью 15 патронов. Магазины не взаимозаменяемы. Извлечение магазинов осуществляется быстро и гладко, без ощущаемых препятствий. Магазины оборудованы контрольными окнами для визуального контроля количества боеприпасов. В комплекте с пистолетами поставляется насадка для быстрого снаряжения магазина. Прицельные приспособления пистолетов представляют собой нерегулируемую мушку и регулируемый целик. Регулировка целика осуществляется механическим перемещением в гнезде «Ласточкин хвост». Прицельные приспособления оборудованы маркерами белого цвета. Принцип неполной разборки пистолетов Janik P100 и Janik P120 аналогичный разборке пистолета ЧЗ-75. Для неполной разборки необходимо извлечь магазин, убедиться, что в патроннике нет патрона, отвести кожух затвор назад до совмещения меток на раме и кожухе затворе, расположенных с левой стороны пистолета, и извлечь рычаг затворной задержки. Отводя кожух затвор вперед, отсоединить его от рамы. Извлечь возвратную пружину. Извлечь ствол. Сборка осуществляется в обратном порядке. А теперь перейдем к новинке флагманской модели компании Janik 55, пистолету Janik TP9SA. Janik TP9SA имеет достаточно большой комплект поставки, который включает в себя пластиковый кейс для хранения и переноски, замок для блокировки и хранения пистолета, приспособление для чистки пистолета, дополнительная накладка на рукоять большего размера, два магазина, ударник для извлечения фиксирующих штифтов, насадка для ускоренного снаряжения магазина, полимерная кобура с двумя различными платформами для крепления и размещения. Согласитесь, не часто можно видеть комплект поставки, включающий в себя кобуру. И непосредственно сам пистолет. Дизайн пистолета, на мой взгляд, напоминает модель Walther P99. Рама Janik TP9SA изготовлена из полимерного материала, что по сравнению с предыдущими рассмотренными пистолетами Janik P100 и Janik P120 существенно сказывается на уменьшении веса TP9SA. Он составляет 820 грамм. Полимерное литье рамы выполнено неплохо, на ощупь негатива не вызывает. Кожух затвор стальной с антибликовым рифлением верхней его части. Эргономика пистолета понравилась. В ладонь средних размеров Janik TP9SA ложится уверенно. Понравилось решение производителя минимизировать в конструкции пистолета количество выступающих элементов. Кнопка извлечения магазина, рычаг затворной задержки, фиксаторы затвора и клавиша снятия с боевого взвода утоплены в раму, и пистолет за счет этого становится более гладким. За счет смещения центральной оси рукояти немного вперед, угла рукояти и добавления анатомической выемки под большой палец, посадка пистолета в ладони плотная и способствует уверенному хвату. На хорошей плотности хвата также сказывается обработка рукояти. Передняя часть рукояти хорошо текстурирована, на тыльной части размещена съемная пластиковая и также хорошо текстурированная накладка.
Учитывая наличие в комплекте второй накладки большего размера, можно подобрать глубину рукояти под свои предпочтения. Крепление накладки осуществляется при помощи штифта в нижней части рукояти Janik TP9SA. На щеках рукояти также произведена противоскользящая обработка. Возможно, крайним штрихом в дизайне рукояти было бы наличие анатомических выемок на ее переднем торце. Но разработчики, видимо, решили вовремя остановиться, помня старую мудрость, что лучший враг хорошего. Общая длина пистолета 192 мм, высота 145 мм. Ширина TP9SA составляет 33 мм. Рама выполнена с интегрированным трехпозиционным профилем Picatinny для крепления стрелковых аксессуаров. Причем, если вы более внимательно посмотрите на профиль, то увидите, что направляющая расположена не параллельно стволу, а под небольшим углом. Верхняя часть профиля Picatinny в районе дульного среза несколько ниже части профиля у спусковой скобы. У основания спусковой скобы размещена кнопка извлечения магазина, положение которой можно изменить слева на правостороннее. Janik TP9SA также оборудован двухсторонней кнопкой снятия с боевого взвода, размещенной в верхней задней части кожуха затвора. Спусковая скоба TP9SA довольно большого размера. Положение спускового крючка смещено от центральной оси спусковой скобы ближе к рукояти пистолета, что наряду с размером спусковой скобы позволит без проблем использовать пистолет с тактическими или стрелковыми перчатками. В передней части спусковой скобы нанесены насечки. Janik TP9SA выпускается в 6 цветовых вариантах для использования в различных условиях окружающей обстановки. Это классический черный, бронзовый, пустынный, зеленый, белый и цвет титаниум. Janik TP9SA предусматривает использование боеприпаса калибра 9x19 Luger Parabellum. Ударно-спусковой механизм пистолета бескурковый, ударникового типа, только одинарного действия. В пистолете реализован ряд функциональных особенностей, которые способствуют большей безопасности при его эксплуатации. Во-первых, это рычаг безопасности спускового крючка, который блокирует движение спускового крючка и предотвращает возможность непроизвольного выстрела, например, при падении оружия. Движение спускового крючка возможно только при полном нажатии на рычаг безопасности. Также отмечу увеличенный размер спускового крючка, который должен обеспечить лучший его контроль. Во-вторых, индикатор наличия патрона в патроннике расположен в верхней части кожуха затвора. Расположение индикатора, на мой взгляд, довольно удачное, так как индикатор находится в поле обзора стрелка и для его визуального контроля достаточно небольшого изменения положения пистолета. В условиях недостаточной освещенности выступающий над кожухом затвором индикатор легко проверяется рукой. В-третьих, это индикатор взвода ударника, расположенный в торце кожуха затвора и находящийся непосредственно перед глазами стрелка. При взведенном ударнике в отверстии индикатора взвода видна красная метка, нанесенная на торцевую часть выступающего ударника. В светлое время это контролируется взглядом, в условиях недостаточной освещенности прикосновением пальца. В невзведенном положении ударник утоплен и метка не видна. Четвертой особенностью ударно-спускового механизма Janik TP9SA является двухсторонняя клавиша снятия пистолета с боевого взвода. Обозначение двухстороннее в данном случае лишь характеристика ее исполнения, так как размещение клавиши в верхней части кожуха затвора подразумевает отвод пистолета с линии прицеливания, например, груди стрелка, и использование второй руки для нажатия на клавишу. Поэтому было бы неважно, даже если бы присутствовала одна клавиша в верхней части кожуха затвора, все равно необходимо дополнительно использовать правую или левую руку. Учитывая, что ударно-спусковой механизм пистолета только одинарного действия, функционирование ударно-спускового механизма TP9SA при использовании клавиши снятия с боевого взвода имеет одну, на мой взгляд, очень важную особенность. Если вы снимете с боевого взвода пистолет с досланным патроном в патронник, то пистолет после этого не способен произвести выстрел до момента повторного ручного взвода ударника движением кожуха затвора. Но при этом мы получаем экстракцию боевого патрона из патронника и потерянное время. Данная реализация работы ударно-спускового механизма, конечно же, сказывается на увеличении безопасности и удешевляет производство. Но для себя я так и не нашел однозначных аргументов за такое решение в работе ударно-спускового механизма. Ход спускового крючка Janik TP9SA очень короткий, мягкий и плавный. Длина хода спускового крючка составляет около 7-8 мм.
В работе ударно-спускового механизма пистолета понравился очень короткий обратный ход спускового крючка. Он составляет около 5 мм, что позволит при определенной тренировке вести довольно высокую темповую стрельбу. Магазин пистолета Дженик TP9SA двухрядный, пятка магазина выполнена из пластика. Для использования доступны магазину с тремя вариантами емкости 15, 18 и 20 патронов. В стандартной комплектации каждая модель TP9SA комплектуется двумя магазинами емкостью 18 патронов. Извлечение магазина быстрое, ровное, без механических задержек. Магазины оборудованы контрольными окнами для визуального контроля количества боеприпасов. В комплекте с пистолетом, повторюсь, поставляется насадка для быстрого снаряжения магазина. Принцип ее использования довольно прост. Насадка надевается на верхнюю часть магазина и, нажимая на нее, мы опускаем пружину подавателя. Далее вставляем патрон и поднимаем насадку. Прицельное приспособление Дженик TP9SA – это нерегулируемая мушка и регулируемый целик. На мушке и целике нанесены маркеры белой флуоресцентной краской. На целике, кроме этого, также нанесена вертикальная линия по центру прорези. Опционально на этой модели пистолета доступны прицельные приспособления с тритиевыми вставками. Целик имеет возможность регулировки в горизонтальной плоскости. Для регулировки используются два фиксирующих винта, после ослабления которых целик перемещается в гнезде ласточкин хвост. Неполная разборка пистолета довольно проста. Для этого необходимо извлечь магазин, убедиться, что в патроннике нет патрона, отпустить вниз фиксаторы с обеих сторон рамы и нажать на спусковой крючок. Отводя кожух затвор вперед, отсоединить его от рамы. Извлечь возвратную пружину. Извлечь ствол. Сборка осуществляется в обратном порядке. Как я уже отмечал, в комплект поставки Дженик TP9SA входит кобура и две платформы для крепления пистолета. Кобура представляет собой открытую полимерную конструкцию с системой механической фиксации пистолета. Назначение платформ крепления – поясная быстросъемная и поясная для крепления на ремень. Далее перейдем к стрелковому тесту и посмотрим, как ведут себя пистолеты Дженик. Особенно интересно сравнение новой модели Дженик TP9SA с предыдущими ЧЗ-образными пистолетами Дженик P100 и Дженик P120. Пистолеты Дженик P120 и Дженик P100, которые по сути являются версией компакт модели P120, несмотря на мои опасения насчет недостаточно текстурированных рукоятей и как следствие этого проблем в удержании, при стрельбе вели себя очень уверенно. Но здесь, справедливости ради, следует учесть, что я не стрелял достаточно долго для того, чтобы ладони стали влажными, и окружающая обстановка была с нормальным уровнем влажности и без повышенной пыльности. Пистолеты продемонстрировали контролируемую и прогнозируемую работу спускового крючка, хотя и с достаточно длинным его ходом. Ощущения и контроль отдачи у обеих моделей понравились, хотя модель Dženik P100 в этом отношении мне показалась интересной. Со стрельбой на точность проблем не возникло, и P100 и P120 позволили не выйти за пределы центральной части мишени МКПС. Можно сделать вывод, что в этом вопросе все зависит от самого стрелка. При переходе на Dženik TP9SA сразу ощущается разница. И это не только разница в весе и более комфортном удержании пистолета. Благодаря измененной компоновке и несколько иному весовому балансу, отдача у TP9SA практически не ощущается. Очень понравилась работа ударно-спускового механизма. Короткий обратный ход спускового крючка, наряду с меньшим, чем у предыдущих моделей, усилием, позволит увеличить время стрельбы до появления первых признаков усталости и дает прекрасную возможность увеличения темпа стрельбы. Что касается стрельбы на точность, Dženik TP9SA хорошо прогнозируемый пистолет, что безусловно должно быть результатом ранее перечисленных технических факторов и навыков и умений самого стрелка.
Я впервые имел дело с пистолетами производства Турции, но с уверенностью могу сказать, что первое знакомство прошло со знаком плюс. Да, у пистолетов имеются свои недостатки, но учитывая их стоимость, а это, внимание, $300-$320 на западных рынках для модели Genic P100 и Genic P120, и планируемое ценообразование на 30% ниже, чем у Glock'а для модели Genic TP9SA, а также простоту конструкции и невысокую требовательность к качеству боеприпасов, вы согласитесь со мной, что для недорогих пистолетов они выглядят очень достойно. Пистолеты Genic, представленные в этом выпуске современного оружия, доступны для использования в тире спортивно-стрелкового клуба «Ибис». Чтобы первыми узнавать о выпуске новых обзоров, вам необходимо подписаться на YouTube-канале Guns Review или на сайте gunsreview.com. Не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием и берегите себя. Всего вам доброго!